ты еще не подписался на телеграм-канал, тогда советую это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Также в нашей группе ВКонтакте Starstable Questions открылся свой мини-магазинчик услуг, в котором вы сможете записаться на занятия, оформить уход за лошадью или же ее тренировку, ну а также помощь в прохождении ивентов. Так что, если интересно, переходи по ссылке в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналия, и сегодня у нас очередное видео по обновлению Starstable Online. Посмотрим, что нам добавили в обновлении этой недели, какие новые вещи приехали в магазин лайфников в Морланде, а также какие магические лошади сейчас продаются у Гарри, ну а также поговорим о том, что ждет нас на следующей неделе. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и поехали! Вот и закончился ивент под названием «Летний лагерь Вестерн». Вернется он к нам только в следующем году летом. И на его место приехал наш уже давний знакомый Гильермо Гаде с новой гонкой, а точнее гонкой для вестернских более гибких лошадей. В этот раз гонка доступна мустангам, аполузам и теннисийской прогулочной лошади. Нет, не переживайте, вы ничего не упустили, потому что мустанги в скором времени обновленные к нам уже приедут. За прохождение этой ежедневной гонки вы будете получать 500 очков опыта лошади, так что советую не забывать о ее ежедневном прохождении. Данная гонка будет доступна до обновления в среду 30 августа. И чтобы ее пройти, нужно иметь статус старрайдера и иметь хотя бы одну из перечисленных пород, допущенных к этой гонке. Ну а также открыть ранчо Старшайна. Магические аполузы вновь вернулись к нам вместе с Гарри Голдлутом. И в этот раз они продаются не на пляже Фортпинта, хотя в новостях на сайте написано, что именно там вы можете их найти. Но по факту нет. Они вместе со своими волшебными питомцами продаются около Морланда, прямо около тропинки к маяку. Стоимость данных лошадей 900 старкоинцев, имеют два облика. Волшебный в виде морских рыб и обычный городской. Моделька аполузы. Все характеристики совпадают с обычными характеристиками данной породы. Если вам понравились данные лошадки, а также их морские котики-питомцы, каждый из которых стоит 350 старкоинцев, то не забудьте их обязательно приобрести к себе в коллекцию. Напоминаю, что в игрушке они будут находиться до обновления в среду 23 августа, то бишь в игре они будут находиться всего лишь 3 недели. В бонусной лавке Морланда, которая доступна всем, кто приобрел постоянную подписку Live, доступен новый предмет. Это уздечка комплекта ночной наездницы. Напоминаю, что у нас доступен шлем, куртка, перчатки, нагавки, уздечка и, по-моему, ботинки, которые я уже взяла, поэтому здесь они не отмечаются. Комплект очень симпатичный, в серо-фиолетовых оттенках. Я жду, когда он выйдет целиком и полностью. Нам осталось, по-моему, вальтрап и седло с сумкой, и тогда я целиком его хочу собрать. А еще, кажется, нам обещали котика, но я не помню, был он добавлен в игру или еще нет. Ну а на следующей неделе мы ждем возвращения, а точнее обновления одной из самых ожидаемых лошадей конца 23-го года. Это обновленный мустанг 3-го поколения, который мы сможем уже не то что увидеть, но и купить, и пощупать уже на следующей неделе. Продаваться он будет на ранчо Старшайна, будет, по-моему, 7 или 8 мастей. Так что следите за обновлением и готовьте свои кошелечки. Если вам понравится данная порода, наверняка вы захотите и приобрести ее к себе в конюшню. Я так точно какую-нибудь одну масть да и возьму. Ну а на этом все, и обновление подошло к концу. Спасибо, что посмотрели его. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам и до встречи в следующих видео. Нет, ну честное слово, после ухода ивента я даже не знаю, чем ежедневно теперь заниматься в ССО.